анонс и точно до выхода 18 серии турецкого сериала «Силахаддин и Юби». 18 серия сериала выйдет в эфир 25 марта. Ранее в сериале мы увидели полного решимости Силахаддина. Мужчина говорит очень уверенно, ни от кого не пряча своих глаз, в которых горит огонь. Он говорит, что сейчас настал самый подходящий момент для того, чтобы ради своей родины пролить кровь. После этого его люди, которые наполнились такой же решимостью, вступают в сражение с крестоносцами. Они не желают своего врага, идя в это сражение во имя своего бога. Они полностью уверены в том, что те решения, которые принимают, исключительно верные. И они освобождают свою землю от тех, кому она не принадлежит. Нуриддин встречается с Викторией. Мужчина смотрит на нее холодно и разговаривает с ней сдержанно. Он говорит женщине, что есть всего одна вещь, которую он может забрать у нее. И это ее жизнь, которая переполнена местью. Но мужчина оказывается пленником Виктории. Женщина встречается с Малике. Виктория говорит ей, что у них есть кое-что, что будет намного ценнее всех земель, которыми они владеют. Габриэля отправляют к людям Силахаддина. Мужчина должен сделать так, чтобы они все подчинились ему. Оказавшись на месте, он вступает в сражение с Силахаддином. Эта битва происходит не на жизнь, а на смерть. Каждый из них желает смерти своему врагу. Силахаддин оказывается в шаге от того, чтобы проиграть в этом сражении. Но он успевает ранить Габриэля. Авраам и Виктория приходят навстречу, чтобы вернуть принадлежащий им ковчег. В обмен на свое сокровище они предлагают отдать султана Нуриддина. 18 серия сериала выйдет в эфир 25 марта. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.